Приветствую вас, пилоты. С вами по-прежнему Римас. Мы продолжаем летать Elite Dangerous. Этот полет вчера ночью я летал. Я просто решил записать. Ну, думал, может быть, что-то получится интересное. И мне кажется, будет интересно для вас. Во-первых, у нас статус wanted. Во-вторых, мы сейчас с вами найдем чувака. Ну, в принципе, порочь мы уже нашли. Я уже начинаю его перехватывать. У него тоже статус wanted. И кобра. Да, кобра, чувак, видимо, серьезный. Сейчас мы с вами его попытаемся убить. Почему я вам показываю эту запись? Потому что здесь я тоже совершил ошибку. Я хочу вам показать ее. Многие совершают эту же ошибку. И по поводу бортанут, как говорится, противника, да? То есть здесь вы должны учитывать разные моменты. Если у противника, наверное, ну, скорее всего, там у него броня была. А больше, чем у нас. У нас брони нету здесь. У нас основной акцент идет на щит. Но, по всей видимости, у врага есть броня. Мы сейчас его попытаемся убить. Потребует груз сначала, конечно. Ну и потом убить. Поехали. Разворачиваемся. Сканируем его. И говорим, чтобы он нам дал груз. Ага, видите, снова я совершаю ошибку. У меня есть кнопка рядом с джойстиком, где можно активировать банки щита. Поэтому, блин, надо уже, наверное, менять эту кнопку и привыкать к ней. Ну, впрочем, мы его пробили. У нас есть щиты. У врага их уже нету. Давайте мы с вами их перезарядим. Отлично. Съели баночку. И добиваем. У меня пушки, реалганы плюс пулеметы. Тоже фиксит. То есть надо самому целиться. Так, не попали. Жесткий пират тоже. Опа, вот сейчас попали нормально, хорошо попали. Ну все, в принципе, мы ему пробили, кажется, уже двигатели. Да, у него он офигенно как попали. Смотрите, какой эффект. И вот она, сама ошибка. Я его уже убил, просто взял, разогнался. И обратите внимание на анимацию. Все. Воздуха нет, друзья. Офигенно анимация, давайте повторим. Как я уже говорил, дорогие друзья, в игре есть множество эффектов, просто которые радуют душу. Хотя это все мелочь, ну, приятно, как уже тоже говорил. Ну что ж, давайте сейвиться потихонечку. Как вы знаете, у нас есть около 4 минут. Ну, это стандартный, да, такой лайф-саппорт. Можно купить лайф-саппорт до 25 минут. И, ну, там, конечно, он потребляет больше электроэнергии. Если у вас впритык все, то лучше не покупать. Если у вас есть достаточно денег и корабль позволяет, да, по энергии установить соответствующее оборудование, то да, возможно. Возможно, он вам поможет и спасет вашу жизнь. Или жизнь вашего пилота. То есть у нас сейчас, видите, практически вообще воздуха нету в кабине. Кабина пробита, и мы дышим со скафандра, да, то есть с помощью скафандра. И там запас воздуха по умолчанию 5 минут. Ну что ж, дорогие друзья, в общем, если вы уверены, что бортанув вражеского корабля, у вас будет все хорошо, то делайте это дело. Если вы не уверены, лучше не делайте. Тем более в моем случае, как, ну, уже было понятно, что я выиграю, я просто взял бустанулся и стукнулся в нем, да, еще его боданул так нормально. Ну и сам пострадал, чуть не умер. Мы сейчас с вами спасемся. Я оставлю это видео, и вы можете послушать спецэффекты, как это все происходит без моей болтовни. Я с вами не прощаюсь, я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Римас. Всем удачи, до скорой встречи.
Successful. Engines disengaged. Cabin pressure alert.